Да, и вишни тоже присутствуют. Зеленый коридор. Вот мы поселились, наш уютный номерок в домовладении Черри в Лазурном. Отделано деревом, приятно так. Приятный запах свежего дерева, свежей древесины. Есть шкафчик, сейчас нам принесут сюда вешалки. Есть кресло, кровать. Только-только его вот-вот построили, никто здесь еще не жил. И через сегодня-завтра нам еще здесь обещали бы устроить кухню персональную. Тут тоже окошко есть, за окном будет столик. Вот также в номере есть санузел свой. Вот, и это удовольствие стоит 500 рен в сутки. Это улица Набережная, там за поворотиком вот остался наш дом, сразу за поворотом. После магазинчика. Сейчас мы идем на разведочку посмотреть, что тут, как тут центр. Автовокзал, автостанция, вернее. Море в ту сторону, но мы пойдем через базар. Через такие район. Частные базы отдыха. Наверху можно увидеть альтернативные источники энергии. Получение там тепла, воды. А здесь готовится активная стройка. Вот одна получается центральная площадь, магазинчики, там дорога в рынок, вот автостанция. Сюда приезжают автобусы, отсюда можно уехать. Отсюда мы будем потом ехать на Скадовск. Сейчас мы пойдем узнаем расписание. Первые покупки в Лазурном и первый фейл. В общем, за эту парочку напитков я заплатил 35 гривен. Кто из них кто? 12 гривен за воду и 23, ну почти 24 гривны за квас. Вот, и первый фейл произошел в этом магазине, Broad Market. Вместо 35 гривен оплачивал через карточку, через терминал. На терминале почему-то каким-то чудом высветилось 65 гривен. Если бы не заметил, то так бы по-тихому и списалось с меня 65 гривен. Так что будьте внимательны при покупках в этом продмаркете. Особенно с кассиром Андреем. Пляж Лазурного. Вчера была гроза, дождь, буря, вот подняло все водоросли. 12 часов дня, полно людей. Негде упасть.
Ну, можно найти, конечно, место, где упасть, но все равно, как по мне, на мой вкус, людей много. Поэтому мы пойдем отдыхать туда, туда подальше, через проливчик, на остров, к дикой природе, свободным пляжем и к более чистой, надеюсь, воде. Сейчас мы находимся в заведении Alibaba и ожидаем фирменное блюдо всего курорта Лазурного. Это скумбрия на гриле. Надеюсь, вскоре нам ее принесут, и мы наконец-то сможем отведать это невероятное, интригующее рыбное блюдо. Вот, наконец-то она пришла. Это волшебная рыба с лимоном, в комплекте с лимоном. Выглядит очень вкусно. Я думаю, будет все круто. Приятного нам аппетита. Скумбрия на гриле, фирменное блюдо курорта Лазурное. Вот такая кафешечка «Саванна». Сейчас покушали здесь рыбку, скумбрию, плюс овощи на гриле и грибы гриль. Получилось довольно вкусно и, на удивление, даже дешевле, чем в других подобных местах. Маленький лайфхак о том, как комфортно разместиться на пляжах, где очень-очень-очень много людей. Ну, во-первых, это нужно прийти как можно раньше и занять себе хорошее место. Но это потом не спасет от наплыва других туристов и от того, что у вас кто-то будет топтаться на голову. Поэтому можно создать для себя границ вашей территории комфорта. Например, соорудите такие песчаные стены. Они неплохо действуют как от зазевавшихся обычных туристов, так и от быдла, что тоже немаловажно. И чем выше архитектурная привлекательность ваших песчаных сооружений, тем эффективнее будут они работать.